Дорогие запорожсталевцы, уважаемые запорожцы, в эти дни наш комбинат «Запорожсталь» празднует свой 83-й день рождения. В сегодняшнее непростое время почти все предприятия испытывают экономические сложности. И нам непросто. Но мы остаемся островком стабильности. Каждый день в наших доменных печах, мартеновских печах, на прокатных станах мы куем экономическую независимость нашей страны. Что самое важное в нашей работе? Это развитие и это забота о людях. Уже стало хорошей традицией то, что к каждому дню рождения мы нашему комбинату дарим подарок, какие-то новые объекты. И этот день рождения мы встречаем масштабной, уникальной реконструкцией доменной печи номер 3. Мы встречаем завершением строительства газочисток на нашей аглофабрике. Все это стало возможно благодаря нашим людям, благодаря их отношению к делу, благодаря профессионализму. В этот день я хочу сказать огромное спасибо каждому запорожсталевцу за труд и за настоящий патриотизм. Дорогие запорожсталевцы, я вас поздравляю с днем рождения Запорожстали. Желаю вам здоровья, счастья и благополучия. С днем рождения, родной комбинат Запорожсталь.